Штормовое предупреждение. В четверг в Чувашии ожидается снегопад века. Такими заголовками пестрит информационная лента. Завтра в Чувашии ожидается аномальная погода для этого времени года. Портал «Погода-21» сообщает, что за двое суток в республике может выпасть до 20 сантиметров снега. Другой портал «Гисметео» прогнозирует также снег и заморозки до минус 4 градусов. Автовладельцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте.